День добрый! Сегодня на очередном сезоне-пухе проекта «Чистота» я хотел бы презентовать новые тактическо-стратегические городские ножи Project Hoof. Это, соответственно, начнем с малого. Это называется нож «Мрак». Обладает 100-месочной заточкой и знакомый уже многим геометрией клинка. В оригинальном авторском замысле он был симметрично сведенный, но все мы знаем то, что стамеска это гораздо добычливее. И сейчас мы попробуем протестировать ее добычливость на прыгающем манекене. Так. По-моему, брюшную полость хороший удар, такой с вложением. Но чуть-чуть, не, сальцо, смотри-ка, рассек. То есть слои, обратите внимание, сдвинулись относительно друг друга. То есть ворот уехал, а вот эта часть осталась на месте. То есть вот эта поддергушка, но тем не менее, стамесочка все, что нужно, рассекла. Срезала, ну, сантиметра на полтора, наверное, в глубину. Ну что, в принципе, уже довольно-таки неприятно, учитывая, что попадание неудачное место. Да, пуговичка потеряла часть, причем пуговичка с металлической основой. Вроде бы даже кромочка осталась, ну, по-моему, какой-то заминчик. Он есть небольшой, но небольшой по большому замен счету на кромке. Абсолютно целая. Сталька 9 HS, если я не ошибаюсь. Да, 62 Recoil. Вот. А если честно, по прыгающему свину попасть в разы сложнее. Ну, на то мы и рассчитывали. Так, перейдем к авторскому или... Ну давай это немножко, это, потом мы к нему вернемся. Давай. Так, ну давай. Мрак в потуше без пружины. Вот он, жировой след. И, ну, где-то здесь. В общем, вот он, жировой след. Вот он. Вот. Да, довольно неплохо. Ну, то всегда возникает вопрос, как колют широкие ножи, потому что главенствует идея в том, что колоть может только узкое кинжалоподобное лезвие. Ну, как говорится, вот довольно широкий нож, довольно широкий защищенный свинопуховик. Влетает вообще практически без усилий. Вытащи, посмотрим жировой след. Угу. Ну, вот он, наверное, да? Да. Остановился нож об кость.